О, там Урса, кстати. А кто на миду будет, интересно, Урса? Хотя нет, Урса это керри. Кунка. Насчет высших не так сказано. Контрхеликс теперь использует псевдослучайное распределение. Данное изменение устраняет ситуацию, когда, когда способность срабатывала слишком часто или слишком редко. Нихуя не понял. ВР-ка медовая. The Axeman comes. Так, все, теперь я готов. Максимально. Кто на меду-то в итоге, блин, непонятно. Пошлите, раз мы тут все вместе, просто сюда зайдем. Пойдем? Так я по другому месту бы зашел, а не вот так вот, паровозиком. Типа я вот так бы зашел. Сейчас они могут нас просто увидеть, видео дать. Хорош, ну это наш полюбасу. Начинается. Раскочила ФБ-ху. А, да. Нет, ты видел, как каска отскочила? Прям в момент, когда я замахивался, чтобы ФБ сделать. Снова подкрутки начались. Уебал. Я тебя захуярю. Можно левел заработать? Нет, нельзя, я понял. А, он на опережение только стоит. Ну, проверим шансы на прокрутку, давай. О, крутится нормально. Фу! Минус кура. Правда, я крипов за это потерял. Ласхит божественный, я в курсе. Не говорите об этом, я знаю все и без вас. Кранжа похоронить. Ясно, прокрутки крутятся, они нет, они правильно, не как надо. Ой, это ж это. Это ж удар через рейнджа? А, нет. А я-то думал. Шел вон! Блин, что-то больно. Жесткий, жесткий парень, очень жесткий. Только не стукай, пожалуйста, не надо. Очень жесткий. Экстремально жесткий. На еще горелку в комплекте. Курьерчик, не умирай. Горелку лови. Ну ладно. Фильмы или сериалы после стримов смотришь, если да, то какие? Я не афиширую то, что я смотрю обычно. Я могу сказать, что я смотрел. Как вариант. А вот то, что я смотрю сейчас, я не говорю. Потому что всякие грязные хейтеры начинают спойлеры кидать. Я уже на опыте, так сказать. Наученный. Лови горелку. Жестко. Ой, крипы не добиваются, как же так? Ой. Ой. Укрепили свои сооружения. Блин, что-то я его прям это, ну, аннигилирую немножко. Хоть я и крипов не добиваю, но я могу себе позволить. А, последние фильмы, которые я смотрел, это же... Индиана Джонс, ё-моё. Так, а ты хорош, подловил неплохо. Прям вообще заебись, кстати, прям чётенько, молодца. Да. Вашу центральную башню... У меня поздний вангвард получается. Хуёво. Так бы с вангвардом я бы вышку пережил. Ну, конечно, ты прокрутишься и крипа мне заруинишь. Алло, агритесь! Почему фишки от НС не работают? Я не понял. Почему Акс хочется мне? Я нет, не насладился до конца в первый раз. Я только вкусил. Уебал. А корабль будет? О, а так работает. Вашу верхнюю башню атакуют. Ой, там кунка пришел. Ой. Ну ладно, я крипочков заформлю. Переагрил крипов в радиусе 500 АУЕ. Ну только что заагрил крипов, когда через всю карту про это прокликал. Они сагрились.
Уебал. А корабль будет? Вот без кораблика неинтересно. Заново давай. Лошара. Смотри. Не-не, погоди, потом посмотришь. Сейчас. О, рун-то походу... Че, это снизу что ли? Да ё-моё, она реально снизу. А, подмога, алярм! Переживу? Не переживу, меня чистым уроном на куски порвут. Ну я вот только-только себе глаза вез, чтобы меня сало не похоронил какой-нибудь. А вот не доехали. И куда курьер летит, ты чё? Хераси нагло под Т2 бежать. Здорово. Похуй. Мужик, у меня все есть. Я ж не отстану. Я ж ебанутый. Жалко топора не вкачал. Ну ладно, я и так справлюсь. Чат, смотри, ради тебя. Вот ради тебя. Не качаю топор, чтобы у тебя была возможность до меня доебаться. Так. Ну ладно, хоть что-то. Давай, это топор за хосту, не знаю, за инвиз. Что там? Погоди, снизу. Это мое. Ну уговор был не такой. Уйни, насыпал. Но Урсия, смотрю, вообще бесстрашный. Хоба! Пиджак, давай, твой выход, короны похороны. Хуя себе. Стой! Ты меня хухнул, что ли? Иди сюда, иди. Вот так вот это делается. А что там происходит? Обожди. Давай, прокрутки. Кирюхи! Я знаю, что крутиться от вышки не буду, так что не пойду теперь под вышку. О, нихуя себе. Что за звуки? А, у меня стрим включился. Чего? Нахера у меня стрим включился? Блин, мана вообще нету. Да вырубись. Нахуй ты стрим включил? Там барлок что-то фкашит. Ну да. Ага. Мака разбил. За дебилы меня держит. Блин, нужны маны. Мангусики таскать? Да, блин, все деньги просрешь на эти мангусики. Я тут дагер доскребсти пытаюсь. Мне будет шмотка, которую пуджа пригодилась. Она неплохо так монореген бустит. Так и кларетку мне. Крип-крипочек, блять, ты же в лесу их бьешь. Хочешь прикол? Вот, как только ты на Аксе пришел к нам на лайн с Рубиком, начались большие проблемы почему-то сразу у меня. А я к нему на лайн приходил? Я не помню. Я приходил к нему на лайн? Сейчас без рохлов, я не помню. Ну все, аптекой закупился, до конца жизни хватит. Когда Урсу убил, так а что плохого-то? То что Урса померла, это хорошо же. В чем проблема? Крутится бум? Давай. За маму прокрутка, за папу, за баб... Блядь. Мана кончилась, пора снова еще одну кларет купить. О! А, не. Или да. Не пойду. Так, все, теперь с маной проблем быть не должно. Да. По любасу. Ну, раз уж все, то я тоже присоединюсь. Жесткие вы ребята, однако. Так, где еще один? Курьер сил тьмы был убит. На телепорте уходят, наверное. А, нет. Потеряли бойца. Хотя нет, замедло жить дает.
Шибе, окунки. А нахуй я сюда пришел? Я ж топор даже не набил. Урса с башером. Ага. О, это что? Это драка? Ой-ой-ой-ой. Бля. Мужик. Таков путь. Да выпусти меня. Дай, что ли? Дай пожить мне, ебать! Ой-ой-ой! Умру, наверное. Ну да. Нахуеть. Прилетел непонятно зачем. Сдох просто так. Нахуй прилетел. Лучше б крипов бил. Блин, глобал, конечно, знатно жить мешает время от времени. Урсу я пока точно не убью. Встала, может быть, убью. Ну там урса рядом. А урс может на Рошана сейчас пойти, кстати. Есть такой моментик. Надо прочекать. Я сейчас в деревьях не застряну. А не, вот где урса. Я себе. Опять топор не набил. А тут набил. О, хотя бы так. Ну, видел агр, только что переагрил. Типа работает до сих пор, как и раньше. Все в порядке. Ага, ведь шардом, он на меня сам похоронит. Вашу нижнюю башню атакуют. Into war's teeth. Good day to fight. Похуй. Axes under attack. Prove yourself. Корабль есть? Агр-то нету. Ага. О, ну кунку сейчас. А, топор сломался. Вообще настолько в себе уверенный. Очень опасно на пиджаке такие дела творить. Я бы лично очканул Норсу угнать без этого. Без гаста. Не-не-не, Рошана пока не трогать. Ух ты! Позарься на крипочка. Да не кипишу, у меня срота пора нету. Ты себя убиваешь. Зачем ты себя убиваешь? Я доволен. Нормальная драка. Двоих похоронил, бабло заработал. Правда, интеллект, по-моему, потерял. А, не потерял, я ж сало похоронил. Не, нормально, охуенно, хороший файт. Я еще почти что на шар накопил. За один заход. Сейчас резнусь, постою 2 секунды, у меня будет шарт готов. А, даже ждать не придется. Шарт покупай, че, разрешаешь? Надо сейчас урсу подловить, когда он второй скилл нажмет. Ой, глобала нет, вообще идеальный момент. Он, по-моему, второй скилл не жмет, да? А че за паника? Я что, на варде, что ли, был? Да, походу, на варде был. Что-то как-то он сразу резко убежал. Где-то вот тут вард стоит. Как будто Рошана пасет, ну странно, урса только что здесь был. Ага! Я ж сказал. Все продумано. А можно мне кого-то жахнуть чуть-чуть? Чуть-чуть мне. Я тоже хочу. Топор сломал! Опять. Это печально. Силы тьмы укрепили свои сооружения. Жестко. Ой, иди-ка сюда. А я сейчас рядом бегает. На, все, на очки ушел.
О. Она блинканулась под горелкой? Что, дурачок, что ли? Зачем себя бьешь? У меня маны ноль. А вот пиджака блинка анима. Ну вот это бы сейчас было со мной, если бы я баканул. Понятно. А почему здесь центряк, подожди, у них нашего низер никого нету. Непризнанные гении против нас играют. Ай-яй-яй! Бабуле шард нужен. Бабуль, купи шард, очень штука сильная. Лови его. Сука, за ляжку. Давай. А корабля не будет, нет? О, кого? А, нихуя. Блин, чтоб не сдохнуть. Пиджак, шансов зира абсолютно, маны ноль. Я вот так только. Не. Как же я бы его захуярить? Я что-то подумал, а потом как понял. Блять. Почему там был крип? А Рошана хоть раз убивали, кстати, за все время? Я что-то как-то не заметил. Курьер сил света был... Кто? Ля ты, тварь. О, Пуджага ним появился, клёво. Урса Аега? А, то бишь в этот момент, пока я бегал туда-сюда, он уже Рошану захуярил. Понял. Блин, у меня топоров мало, надо исправляться. Типа 5 топоров. В прошлой катке я хоть и топоры себе ломал часто тоже. Но я более продуктивно топоры набивал. Вот опять топор сломался. Ах ты нет. Бекебе, хуй с тобой. Честно, я думаю, что это наш кораблик летит. Ну, выйди из... А, якорь потерял. Там БКБ очень не вовремя появилось. Она хочет меня похоронить, что ли? Ты серьезно хочешь этого? Если бы ягр не потерял, я бы сейчас ворвался и, может быть, что-то сделал, а так... Всё хуйня. Ля, как чётенько получилось. Не, ну я считаю аферист на стримере. Как лохов! Вышка, не надо. Титан Сильвер никто из вас не хочет забрать? Да не особо. Мне он не нужен. Там вроде была такая штука интересная. А, ее Пудж забрал, окей. Ну из всего этого набора мне все еще типа философия нормально заходит. Ого. А? Я убил? А как? Блять, каска! Бля! Не, ну каска имба не контрится. Не могу, блин, кануться, каска мешает.
Ведь не каска, так башки, да ёпты. Не-не-не-не-не, под маледиктом никуда не полезу. Сейчас маледикт слетит, я ворвусь. Так, я готов. Тебе не обязательно первому врываться. Опа, 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 опа. А похуй, она не убивает, урон не хватает. Что ты планируешь собирать на Акса? Тарас какую-нибудь, не знаю. Субжить. О! О, вот там мясо. Ну я вышку снесу, вышку более эффективно ломать, чем их ебучки. Нижняя башня противника разрушена. Бэм! А! Не надо, дядя. Охуеть, я быстрый. Гурс, сука, не стукай. Похуй, похуй, нахуй. На себя переагрел. Все, Тараска готова, только теперь осталось единственное, то, что у меня маны мало. Вот регенить бы ее чем-нибудь вот, по-хорошему. Вот вместо Виндлейса что-то положить. Я бы лотус какой-нибудь купил сейчас. Но там Романович почему-то мой лотус хейтит постоянно. Я так и не понял почему. Хороший артефакт. Почему ты бежишь на Варлока, а не на меня? Несправедливо. Я, блин, не надо было колечко на реген продавать, я сейчас понял. Если я лотос собираю, там же он из персика собирается. Ну да. Ну и хуй с ним. Так, так, так. Это продать, значит, вот это купить. Наверное, поставлю себе на всякий случай на этот, на байбек. 5,9 манрейген, не куста. Куда телепортируюсь? А, ну охуенно придумал на аванпост телепортироваться, конечно. Сука, умён на стримере. Ой-ой-ой. Блядь, она стакает, ядрить его нахуй. Двадцать два стака, ебать. Не, чё, я с Ярусой драться пока не хочу. Маны у меня очень мало. Я вот тупо выжил, потому что... Да хуевый файт, антимах немного ошибся. Дополнительный урон в размере 1127. Ебать, он меня с 4 тычек должен убить, если так подумать. Ну там урон физический, так что я за счет армора дефаю неплохо так. А Рошана убили же? Должны были. Меня немного калит то, что я со шмоткой это, вот этого тира бегаю до сих пор. Мне что-то другое запихать. Блин. Может гачеплетку засунуть? Есть что? О, нихуя себе, реально есть. Ну я тут надолго. Угу. На ней может просто лес хуярит. Это существо наносит 90% меньше урона владельца. О, охуенная вещь, кстати. Я бы забрал. А, пиджак забрал. Ну ладно. А моя ега нужна кому? Мне нет. Забирайте. Эй! Шард еще есть. Вот шард бы я взял, кстати. Иди сюда. О, Орса, Орса палится. Он не уйдет. Похуй, он меня не убьет, не сможет.
На мужика тебя одного бьет. Ну, ну удачи ему там. Как тебе шивы в этой катке? Да не зачем. У меня урса 23 штуки в меня запихули, вообще даже пробить не смог. Это я без лота еще как бы сейчас дрался. Если бы я с лотосом был, там бы еще бы плюс это армор был. Ой, если я олигарх. Я даже нажать не успел. Если он лопнул быстро. Вот там геймчик лежит. Пусть лежит. Иди, Рубик, отдай им. Может, выиграют. Хуя ты щедрый на Пудже гемчик дарит. Давайте мы вместе с туалетами поломаем все. О, не только я их туалетами называю. Ну, хотя я их унитазами называю, ну ладно. Курьер сил света был убит. Парни, не поверите, у меня еще и Егис есть. Да, бля, я только блинкануться хотел. Погонится кто-то за мной, то что я лоу хпшный, нет? Давай, мужики, у меня экстра лоу хп, я сейчас умру. Не хотите, но не надо. Так, 54 тысячи урона нанес, 121 тысячу впитал. Ну, кстати, как в прошлой игре, так же получилось.